Валерий Викторович, и хочу вернуться до слухачев. Сезона. Мы выпустили музыкальный спектакль «Виолончели. Невеста из Имерети». Режиссером... Той же, однако, нагадаю, 317-97-21, 317-97-21, код Минска, 017. С уклоном немножко, можно сказать, и эстетикой Советского Союза. Нет там никакого крика, давайте... Очень хорошая история. Я всегда говорю, театр – это искусство коллективное, и выпускает спектакль не только артиста, а выпускает спектакль весь театр и принимает в этом участие. Поэтому работа всего коллектива над этим... Через первички, скажем так, на передовой, это основная... Слышать и слушать и решать вопросы членов профсоюза – это основная задача непосредственно профсоюза. Какие права трудящихся, на ваш взгляд, требуют больше защиты? Репертуар на следующий сезон, на осень. У нас... трудовых законодательства. В Будзе прошел учерок в Русском районе. У рамках свята отбылся обрат Бразгун. Это старожитная традиция для жахарей. Люди увезут. Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек. Что дня сустракаемся, а полдень, как день прошел. На ура! Нашим слухачам на хвалі радіо «Столиця» починається програма. Черкаського районного дому культури. У номінації «Ансамбль народної пісні» перемогу отримав ансамбль «Вірбниця» Могилевського району. Ми сильні також своїм...